Гритокс на горохе. Так, уже прошло, наверное, 2 недели приблизительно. Есть кое-какие сорняки, конечно, но они как-то замерли. Корни, потому что корневая система у них уже потухшая в целом. То есть они не мешают. А так с виду вроде бы и растут, и развиваются. Но если посмотреть их корневую систему, то тут есть перетяжки. В целом, а что еще нужно для растения? То есть конкурента нет. Пользуйтесь случаем, развивайтесь. Так и происходит с горохом. Так, где-то я видел хвощ. Потому что хвощ тоже иногда мешает. Но этот еще живой. Видать, он появился чуть позже. А вот те, которые появились до обработки, вот так вот их корневое, то есть основание выглядит, корневая система у них, можно сказать, разрушена. То есть он ликвидирован. А вот молодые поросли, они уже держатся. Что вот так вот работает агритокс, это уже действие, то есть эффект после 14 дней. Как посев был обработан, то есть сорняки постепенно одни. Пропадают, другие появляются. Потому что против молодых, конечно, ничего тут не сделаешь. Но в целом, это я смотрю тут в таком междуряде, а в посеве в целом уже горох закрывает, конкурирует, развивается. Развивается корневая система, вегетативная масса, то есть опять же идет уже и затенение. Поэтому в целом тот эффект, который был нужен, получен.